В Россию из Сирии на этой неделе вернулись медики спецотряда ВДВ. Дома их встречали оркестром и цветами. В течение 3 месяцев наши врачи не только следили за здоровьем российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим, но и оказывали помощь местным жителям. За плечами медиков 130 операций. Всего их пациентами стали более 2000 человек, в том числе почти 300 детей. Завершена сирийская командировка для специалистов, которые занимались техническим обслуживанием базы. Вместе с ними Сирию покинули 11 российских самолетов и вертолетов. Все они прибыли к местам постоянной дислокации.